Красивые картины, различные бижутерии, сувениры. В Шымкенте проходит так называемая гаражная распродажа. Новые вещи владельцы распродают покупателям по смешной цене. Цель благородная. Все вырученные средства пойдут на помощь фонду бездомных животных. Это такая называется гаражная распродажа, принятая на Западе практика, когда люди приносят вещи, которые в хорошем состоянии, которые еще годны к употреблению, и за свою цену, за половину цены они просто продают. Соответственно, это идет фонд благотворительности, в данном случае это фонд помощи нашим хвостикам, нашим ушастикам, поэтому все вырученные с этой ярмарки деньги с гаражной распродажи сегодня пойдут в фонд помощи бездомным животным. Аружан Джанова объявление о гаражной распродаже увидела в одной из социальных сетей. Когда узнала о цели ярмарки, долго раздумывать не стала и решила обязательно что-нибудь себе прикупить. Я очень люблю животных, и я хотела бы помочь, покупая здесь вещи, помогая нашим животным, потому что они ходят по улицам, и ни еды, ни воды, ни человеческой любви. Хотелось бы им помочь хотя бы кормом, чтобы они почувствовали любовь от человека. Сегодня работа в благотворительном фонде бездомных животных идет полным ходом. На арендованном участке земли строятся вольеры для братьев наших меньших, где они смогут обитать, дожидаясь своих будущих хозяев. Но проблем до сих пор много. Фонду требуются материалы для строительства вольеров и деньги на лечение и содержание усатых и хвостатых. Даже небольшая сумма от неравнодушных шымкенцев может помочь животным обрести новый дом. Гаражная распродажа за один вечер собрала 58 450 тенге, а значит, несколько собачьих и кошачьих жизней будет спасено.